Привет! Хочешь сделать предложение своей второй половинке, использовав кольцо, созданное своими руками? Сейчас покажу, как это возможно. Для начала нам нужно сделать кольцо. Тыкаем на гемологический стол, создать ювелирное изделие, выбираем тут дизайн кольца, металл и камень на свой вкус. Как только Сим закончит создание кольца, перетаскиваем его в свой инвентарь. Теперь тыкаем на нашу вторую половинку и сделать предложение с кольцом. Ну и готово. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.